Ну и мы хотим дать вам сегодня что-то такое же, знаете, фееричное, праздничное, о чувствах и романтике. Ну а что может быть лучше, чтобы показать такие чувства? Ничего, кроме танго. Именно поэтому в нашей студии аргентинская танго в исполнении Ольги Лачевой и Сергея Белянкина. Бесконечно, когда красивые люди совершают красивые движения в рамках совершенно замечательного танца. Ну и что особенно приятно в рамках эфирной истории, это танец не энергичный. И с вами можно спокойно общаться, вы так ровно дышите. И я хочу спросить в свете вот этой ковидной истории. Я понимаю, что не было возможности для тесного танцевального общения. Скучали ли по танго и как, собственно, проводили время на фоне всей вот этой ковидной эпохи? Да, совершенно правы. Мы очень скучали. Мы уже 4 месяца практически сидим онлайн, уроки, смотрим, занимаемся дома, смотрим видео, сами берем видеоуроки. Вот сейчас у нас по счастливой случайности наш гость с юга, ну, все на курорты ездят, а он к нам, Сергей Белянкин, это преподаватель и танцор аргентинского танго, в общем, нашего поклонник курортов Красноярского края, понимаешь? Да. Ну вот надо сказать, что танец, конечно, не про социальную дистанцию, это уж точно. Сколько нужно партнерам станцеваться, да, вот чтобы впустить партнеров в свое интимное пространство, чтобы действительно начать друг друга понимать, а не вот как-то, знаете, там, еще пытаться выстроить границы? Да здесь каждый по-своему. То есть, когда ты много уже танцуешь, большой опыт, это очень просто происходит. Вначале, то есть с самого начала, когда люди только приходят танцевать, вот тогда... Да, хотел спросить, есть ли у новичков такая проблема, когда человека надо вот впустить, ну вот... Да, конечно, близко. Конечно, есть у очень многих, и многие приходят как раз, чтобы и от этого избавиться. Научиться. Да, научиться принимать людей, потому что, ну, в танго принято, в танго-среде обниматься при встрече, при расставании,
и так далее. И многие вначале шарахаются. Особенно, когда новичок приходит, а группа уже занимается, и все такие, о, как будто они его знают. Уже надо там трогать друг друга. Да. Танец так контактный достаточно. Да, поэтому... вы поняли, что это такой контактный вид спорта, и я поэтому хочу спросить, а можно этому научиться вот в онлайн-режиме? Насколько это вообще такая плодотворная, продуктивная история? В онлайн невозможно, потому что обниматься онлайн – это нонсенс. Поэтому мы с радостью обнимаемся, когда видимся друг с другом. И если говорить про ту тему, на которую вы нас сегодня пригласили, то как раз наш танец, вот он, ну, наверное, идеально подходит. Танго-люди – это такой своеобразный народ, который, ну, в большинстве своем, наверное, предпочтет какой-нибудь курорт или курорт, но обязательно там, где танцуют, где будет танго-марафон, танго-тусовка, да, там, где обязательно, где есть возможность потанцевать. И мы всегда в чемодан кладем туфли танцевальные, потому что всегда найдем, где потанцевать, где обняться, где, ну, то есть вот эти все вот качества, которые мы себе развиваем, где вот это вот можно реализовать. И на самом деле это прямо очень хорошее лекарство от тяги к курортным романам. Так, потому то что, есть это альтернатива. Да, потому что за 4 мелодии, на которые партнер приглашает партнершу, можно прожить потрясающую историю. Вот, да, и после этого жениться не надо. И сожалеть ни о чем. Но после этого можно там общаться в Фейсбуке или где-то там в соцсетях, как классно было или как что-то. Ну, хотя я правильно понимаю, что вы одобряете вот форму таких взаимоотношений курортных, но в таком легком, ненавязчивом танцевальном танго-формате. Ну, пусть навязчивом, но в танго-формате. Мне понравилось, как вы сказали, что это отличная альтернатива. А что и правда, это будет легкое, ненадолго, да, и только с приятными последствиями. Спасибо вам огромное, потому что просто заглядение смотреть на то, как вы танцуете, как вы двигаетесь. Спасибо еще раз. Ольга Лачева, Сергей Белянкин, тренер аргентинского танго. Хочется пожелать вам близких контактов танго-рода, перефразирую там, значит, Спилберга. И, конечно, чтобы, в общем, скорее все вернулось в какой-то обычный режим, включая ваши танго-тренировки.